куда делись дети? Я их везде обыскалась, вот вышла сейчас на улицу, ищу, не могу понять. Мы вместе убирали в кладовке, затем они вышли и куда-то просто исчезли. Минут 10 уже их нет. Вот я вышла, ищу их, не могу понять, где же они. О, красавчики на горизонте! А где вы были? А что я вас не могу найти? А это наш бэйби-борн. А мы вокруг гуляли. А он у вас привязан? Нет. С тапочками. Он у нас с тапочками ходит. Да, мы приехали в торговый центр. Хотим встретиться сегодня с Папой Ноэлем, Санта-Клаусом, с Дедом Морозом. Не знаю, как это сказать правильно. И вот у нас тут проблема. Опыта маловато, как коляску разложить не знаем. С коляской разобрались. Все собрали, приготовились. Миша, Миш! Ну что, погнали? Все, идем с шести собаками. Идем. Красивый мальчик. А нам кажется в другую сторону. Вот туфля, вот вход. А я туда и хотела учиться. Дети учатся проявлять заботу о ближнем своем. Шли вторые сутки, а мы все еще на парковке. Главное терпение. Во всех делах главное терпение. На парковке мы еще ни разу не проводили столько много времени. Немного машину задели. Ладно, будем надеяться, что все хорошо. Ехали к одному эскалатору. Там ограничители для тачек, тележек, колясок. И вот мы едем искать подходящий для нас эскалатор. Тут пивом воняет. Здравствуйте. 31 декабря. Встречаем Новый год. Точнее, готовимся к встрече Нового года. А где вы были? Сейчас,